guys, it's Valentina Bonak, Dnipro, Ukraine. And today I come to Beauty Branch, it's women's club in Dnipro, Ukraine. And we have psychology classes. Why I wanna tell you about this? Because I have a lot of questions. Where do I looking for girls? What kind of girls come to our agency? So that's why I usually do video, where do I do it? And I know that to psychology classes usually comes very interesting, very nice person, and that's why I try to go to women's clubs, I try to go to some yoga classes, I try to go to beauty salons, and this way I can find the best, beautiful and smart, interesting girls, because I know it's very, very important to men who will come to Ukraine and wanna meet nice woman. And of course, I did some interview with the girls, which was in this beauty branch meeting, and I spoke with the owner, and she tell me, what kind of girls come to her meetings? Меня зовут Татьяна Завадская, я основатель женского клуба Beauty Branch в Днепре. К нам входит очень большое количество девушек, но всех как объединяет тяга к саморазвитию. Мы проводим мероприятия на различные тематики. Это может быть психология, этика, этикет, какое-то общение с современными молодыми и в то же время успешными женщинами. То есть все, что может помочь современной девушке стать лучше и красивее в душе и телесно в том числе. Чем для меня заключается женская красота? Мне кажется, в гармонии с собой. Это должно быть так, как и саморазвитие, и ухаживание за собой. И девушка должна быть интересна так же, как и себе, так и обществу. Должно быть приятно с ней находиться рядом. Каждая женщина прекрасна по-своему. Нет женщин красивых, нет женщин некрасивых. Мы прекрасны все. Но для меня женская красота в умении украшать жизнь. Если женщина чувствует себя красивой и умеет украсить жизнь, и то, что ее окружает, она уже прекрасна. Женская красота – это внутренняя красота, когда женщина наполнена, когда она довольна собой. И вот у нее есть та внутренняя энергия, которая ее переполняет, которую она может генерировать и отдавать другим. И тогда вот у нее идет какой-то такой внутренний свет, вот как сияние изнутри. Вот, ну, я считаю, что вот это женская красота. Потому что если у женщины горят глаза, то это говорит вот о том, что она счастлива. А если она счастлива, ну, естественно, что тогда счастливы ее дети, и она может подарить своему партнеру тоже как бы эту... And please subscribe my YouTube channel, write the comments, and maybe you have another question about Ukrainian beauty women or also about Ukrainian styles of life. Please ask me.